Обновленную доску подсчета украсили таблички с названиями 45 предприятий, организаций и 3 районов, открывая торжественное собрание, которое проходило на площади государственного флага. Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: называя организацию, мы подразумеваем поименно каждого работника трудового коллектива, потому что именно люди – главное наше достояние. Областная доска подсчета – это на высший пьедестал трудовых побед, общественное признание и моральное поощрение за достижения в социально-экономическом развитии Гомельщины. Не останавливайтесь на достигнутом, уверенно двигайтесь вперед, созидайте, творите и счастливо живите во имя Гомельской области и во славу родной Беларуси. Победителем ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию в 2020 году среди районов Гомельской области с численностью населения свыше 80 тысяч человек стал Мозырский район. Председатель районного исполнительного комитета Павличко Елена Федоровна. Председатель районного совета депутатов Кудина Галина Михайловна. Победителями соревнований по социально-экономическому развитию стали Мозырский, Житковичский и Чечерский районы. Причем наш Мозырский район также занесен на республиканскую доску почета. Конечно, очень приятно. Это большая оценка работы наших мозырян Гомельским областным исполнительным комитетом и областным советом депутатов. Поэтому, конечно, для нас задача не только сохранить эти показатели, но и приумножить, чтобы в дальнейшем наш Мозырский район только был более стабильно работал и процветал. Ну, а, конечно же, в результате работы этого, почетного занесения на Гомельскую областную доску почета, это труд каждого мозырянина. Ну и самое важное, чтобы эта сплоченная команда, которая работает сегодня на общий результат, она еще с большим успехом добивалась новых побед и новых достижений. Испытываешь гордость за весь район, за все предприятия, за всех наших людей, потому что сегодня по достоинству мы первые, мы завоевали первое место и стали лучше среди всех районов. Мозырский район победитель. Я надеюсь, что мы это гордое звание удержим, приложим все усилия для того, чтобы наш Мозырский район процветал, становился краше, богаче, уютнее, добрее. Промышленные объемы производства Мозырского района превысили 9,5 миллиардов. Аграрии обеспечили продукции на 130 миллионов. В животноводстве рост по всем видам продукции. И здесь не обошлось без совхоза комбината «Заря», чьи впечатляющие достижения из года в год находят отражение на стенде признания трудовых побед. Кстати, совхоз комбинат «Заря», как и Мозырский район, также занесен на республиканскую доску почета. Наш коллектив из года в год добивается хороших производственных, экономических показателей. И прошедший год тоже не ставил исключением. Мы неплохо поработали и в растениеводстве, в животноводстве. И труд всего коллектива был отмечен вот этим занесением на доску почета. Конечно, мы с коллективом видим, над чем надо работать и дальше, чтобы удерживать эту высокую планку и из года в год добиваться хороших производственных, экономических показателей. Ну и самое главное, чтобы благосостояние наших людей росло. Мозыряне позиции лидеров заняли прочно, сдавать не собираются. За заслуженные награды поднимались и мозырские газовики. Лучшая организация газового хозяйства – филиал республиканского производственного унитарного предприятия «Гомель-Облгаз» – Мозырское производственное управление. Наша организация ПУ «Мозыргаз» достойно занесена на областную доску почета Гомельской области за бесперебойное, безаварийное и качественное снабжение потребителей газом, природным и сжиженным. В этом, за 2020 год были выполнены все производственные показатели, внедрены инновационные технологии, оказано качество услуг на достойном уровне и, соответственно, кадровый состав профессионалов управления производственный, как всегда, занимает лидирующие позиции в конкурсах профессионального мастерства в республике. Ну и, конечно, хочу поблагодарить весь коллектив за
профессиональный созидательный труд в области газоснабжения. Лучшей организацией потребительской кооперации стало торгово-унитарное предприятие «Припятский альянс». Отличились мазыряне в культурном плане. Мозырский драматический театр имени Мележа только недавно, летом 2020-го, открылся после глобальной реконструкции. Не прошло и года. Номинация «Лучшая театрально-зрелищная организация у мазырян». Название предприятия на областной доске почета. Работа и труд, и умение, и талант, и понимание наших артистов, нашего коллектива сегодня дали плодотворные плоды, результат которого мы сегодня видим. С гордостью принимаем участие в этом мероприятии. Огромное спасибо хочу выразить нашим артистам, коллективу всего. Это заслуга всего нашего коллектива. Ну и, конечно же, наших благодарных зрителей Мозырского района и наших гостей, которые бывают в нашем театре. Вручение наград чередовалось с концертными номерами. Весенняя солнечная погода, праздничное настроение, многочисленные взаимные поздравления и, конечно же, фото на память. Делегация Мозырского района фотографировалась в полном составе. Цель на следующий 2022 – собраться вновь около доски почета на фоне надписи «Мозырский район» еще более многочисленной делегации. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».